Сказал, что уже когда он ее взял на руки, она была без знак життя, зрачки широкие, но он все равно проводил реанимационные мероприятия, как положено. Мы приехали и продолжили эти реанимационные мероприятия. На момент нашего приезда тоже ребенок был со систолией, без признаков жизни, тем не менее 40 минут полностью все реанимационные мероприятия, которые положены, проводились. К сожалению, безуспешно.